Я покажу тебе свой новый трек, и пофиг, если проснется весь дом. Я расскажу тебе, чем раньше жил, этим забит мой целый альбом. По ночному городу, залитому, убитому, такие же сунемся на МакДрайв. Кто же мы с тобой на самом деле, прожигатели, мечтатели? В этом ли настоящий кайф? Где я, там и ты, мой дом, выше этажом, Минск, One Love. Я пытаюсь сойти, но твое метро мчит в мир моих снов. Я вижу, я знаю, но все же хочу лететь далеко. Всем привет, меня зовут Руслан, это Максим. Максим Кокш. Мы сегодня приехали в Ижевск, да. На Макса. Сегодня 20 мая, короче. Да. Мы его уже видели, мы уже с ним сфоткались. Такой парень вообще охеренный, если честно. Вообще простой такой минский парень. Короче, весело, вот так вот. Здесь, ребят, весело. Удастся, короче, снять, если видео с концерта. Всем привет, мы уже в клубе. Вот со мной одна девушка. Она тоже приехала на Коржа. Президент представляет концерт Макса Коржа, мы вместе с вами. Вот так вот. Точно, чай в Ижевске. Где я, там и ты, мой дом, выше этажом, Минск, One Love. Я пытаюсь сойти, но твое метро мчит в мир моих снов. Я вижу, я знаю, но все же хочу лететь далеко. Необитаемый остров, где только ты, где только я, под этим небом сияние. Жалко, что ты не моя. Нас развело расстояние, так не хотел разводить, но голос опять говорит: уходи, я так давно не вспоминал о тебе, но даже теперь мне все равно. Стоп, не заметай снеги. Руки выше! Ты ползешь на асфальт, сбегаешь опять о жар. Дождь не уравнял ты сили, начал же одной ты. Дождь, утренний дождь, снова покажет то сердце, что ты рисовала на твоем окне. Времени нам на двоих было так мало, я мог бы и сам позвонить, но номер давно удалил. Давно прости, возможно, ты даже звонила сама, но абонент так давно не в сети. Боль, все, что связало с тобой, меня боль. Надо было доверять, все наши планы остались словами. Знаешь, я даже не злюсь, я просто смирился. Возможно, так надо, мне даже приятно. Порой я смеюсь от твоего фото и твоего взгляда. Стой, не заметай следы. Бежит! Ты слезы льешь на асфальт, сбегаешь опять. А жаль! На чаше одной ты, на чаше другой сны. На чаше одной, на чаше другой. На чаше одной ты, на чаше другой сны. На чаше одной, на чаше другой. На чаше одной ты, на чаше другой сны. Точно как дома себя чувствую. Ну что, вы готовы? Добрый вечер, Ижевск! Всех поздравляю с этим праздником, что сегодня к нам в город приехал кто? Где? Также поздравляю всех с наступающими летними каникулами! Отлично, ну что ж, здесь сегодня мы собрались, все уж поняли, по какому поводу. Кого встретить? Отлично. И мы это сделаем буквально-таки через несколько моих слов. Я хочу выразить слова благодарности Европе Плюс Ижевск, Европе Плюс Сарапул медиагруппе, ну, Сарапул и журналу Купец. Вот они сидят наверху. В общем, давайте тоже им спасибо скажем. Вот такое огромное спасибо. Ну что ж, ребят, вы готовы Макса встречать вообще? Ну,
очень круто. Давайте потренируемся по рядам, грубо говоря, как вы готовы встречать. Сначала нижний ряд, танцпольчик. Вы готовы? Раз, два, три. Ну а теперь второй этаж, вас гораздо меньше, но должны не уступать им по-любому. Второй этаж. Раз, два, три. Ай, красавцы. Ну и теперь, конечно же, все вместе. Раз. Ну что ж, пока мы ждем Макса Коржа, штатный диджей Макса Коржа. Человек трахает все, что движется за...
Ты думаешь, да, ну, прошу, какие тебе снятся сны?
в открытый животный мир. Я жизнь не дорога, а жизнь не дорога. Я даже не дорога, дорога, дорога. Ты мечтай, ты не дорога. Что в
нашу жизнь пустую. Усади цветами, так что же делать нам с тобой? И тогда его не станет, не станет. Еще!
землю ногами, счастье повсюду. Там за землю ногами, счастье повсюду. Там за землю ногами, спасибо. Че, концерт закончился? Да. Там вон парням не хватило. В тачке сидят, слушают. Че-то Макса ждем, автограф вроде не выходит, короче. Похоже, автографов не будет, да? Эй, Макс! Ау. Корж, блин. Я вам свой автограф дам. Давай. Ну-ка, покажи-ка плакаты нам какие дали. Слышь? Плакат. Плакат. Ну, вверх тормашками. Вот такой вот плакат. Ну чё, всем пока. Концерт вообще просто шикарный. Аж устали, блядь. Ноги болят уже, пиздец. Ещё бы приехал. Если мы сейчас его дождём, это будет самый... Обещал ещё приехать. Макс собирается. Три-четыре, спасибо, Макс! Три-четыре! Спасибо, Макс!